Салат «Божья коровка» с помидорами – это вкусный, эффектный и простой в приготовлении салат, который станет изюминкой любого стола. Берите на заметку рецепт. Салат «Божья коровка» – это оригинальный и сытный салат, который подается к столу в виде Божьей коровки. Для приготовления такого салата потребуются простые и доступные ингредиенты. Готовится салат очень просто и быстро, особенно если предварительно сварить яйца и куриную грудку. Салат «Божья коровка» отлично подойдет как для праздничного стола, так и для любого семейного застолья. Куриная грудка 200 грамм. Яйца куриные 2 штуки. Огурцы 1 штука. Сыр 80 грамм. Маслины 80 грамм. Помидоры 1 штука. Майонез 2 столовые ложки. Количество порций 3. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Вареное куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Вареные яйца очистите от шелухи и мелко нарежьте. Огурец помойте под проточной водой и порежьте небольшими кусочками. Сыр натрите на мелкой терке. Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте. Салат выложите горкой на тарелку. Украсьте салат нарезанными маслинами. Помидор нарежьте маленькими кусочками, выложите на салат и подавайте к столу. Приятного аппетита!